Добрый день, уважаемые дачники, садоводы, огородники. Сегодня 18 сентября, 2020 год, Центральная Украина. Это пятница. Собрался я на рынок, вот нарезал немножко монарха, хамелеона. Думал я хамелеон удалять, но в этом году ему уже пятый год. Вкус, цвет, мускат, сахар, ну просто на высоте, непревзойденные показатели, лучше всех. Вот еще немножко монарха. Это дашуня вишневецкого. Как видно, немножко подвяливается, как я вам уже рассказывал. Вот. Но тоже мускат превосходный, отличный мускат, хороший. Это вот гурман. Гурман ранний, да, небольшой. Ягода небольшая, но невероятно вкусные. И вот лора. Лора немножко нарезал. В позапрошлом году я ее обрезал на обратный рост. Пощипан. Оставил там сантиметров 30 от головы куста. И вот она теперь хорошо показывает, результаты неплохие. Чуть-чуть подготовил, как обычно, растрепанная Надежда Азос у меня. Вот Надежда Азос. Я проверял, кусочки уже черные, коричневые. И кадряночка. Кадрянка у меня на втором месте. Я вам рассказывал, что виноград — культура места и времени. Ему нужно время дать, в свое время он созреет и достигнет своей физиологической зрелости. И вот такие вот ежики перепыляются у меня хорошо на втором участке. Один куст. Интересные такие ежики. И у меня куст один. Ланселот. Я вам как-то за него рассказывал. Ланселот у меня долго не просыпался. Проснулся где-то в конце мая. Это в 20-х числах мая. Я думал, уже капец, не выживет парнишка. Но оклемался. Ягода очень большая, хрустящая, крупная. Гроздь всегда тяжелая. Правда, на плодоножке ягода держится не очень хорошо. Так что вести его надо очень аккуратно. И хочу показать вам его на кусту. Пока не срезал на рынок, покажу вам его реальные кондиции. Так, пока попутно иду, добираюсь к ланселоту, покажу вам Викторию. Вы меня спрашивали, что там моя Виктория, как она себя чувствует. Вот, в основном по две, где по три грозди. Вот, дождей, правда, давно не было. Не хочу лукавить. Может быть, еще и поэтому не треснул. Но у меня давно уже не трескается. Носы невероятно любят, обожают. Вот. И так везде у меня по две, где по три грозди. Уже ягодка созрела. Отличный мускат, хорошая ягодка, цвет. Ну, не зря ее осы и пчелы любят. Угу. Вот такие вот немножко заизюмленные ягодки у меня. Обожает, щипает мой оператор. Отвернуться не успел, и уже вот косточка черная. Значит, готовы. И уже такой вяленой, изюмистой ягодки нету. Вот, отличный, превосходный цвет. Ну, видно уже, что осы, пчелы любят этот виноград. Итак, продолжаем путь к ланселоту. О, сейчас я беру лишнее. Все. Так, и вот концентрация самых больших гроздей. Ну, как вам видно, тут гроздяки сумасшедшие, как говорил один комик. Обалденно, ты даже не знаешь, где, откуда, чего резать. Вот, нашел. Так, ну вот для примера моя голова. Вот эта гроздь. И она, как по всей видимости, не самая большая. Вот самая большая гроздь. Обалдеть, размерчик сумасшедший.
Ведь, как видно, она не рыхлая, ну и не давится. Осы ее в меньшей степени едят. Вот ягодки плотненькие. Так, ну, самое вкусное, самое сладкое. Оператору можно взвесить, конечно. Так, блин, не взял я. Не взял я ящичек. И, ух, ёлки-палки. Эх. Ай. Распалась гроздочка. Ну, вот такая вот гроздочка была. Бомбезная гроздь. Шикарная, обалденная. Да, есть небольшой треск. Загар, как вам видно, не очень симпатичный. Но невероятно тяжелый. Тут где-то килограмма полтора. Примерно. Может и два. Огроменная гроздь. Так что, ну, правда, не хочу приукрашивать. Хрустящая, вкусная, плотная ягода. Очень тяжелая. Без муската. Сахар хороший. Вкус гармоничный, очень приятный. Ну, если у вас очень мало места, ой, для винограда, ой, ягодка, возьми, блин. Боже, я не донесу. Не донесешь, что что-нибудь. Так, ну, давай, давай снимем, так, закончим уже. Ну, если у вас мало места для винограда, и вы собираетесь посадить только самый вкусный, самый смачный, может быть, это не претендент для этих целей. Так, теперь взвесим эту гроздь. Вот одна половинка. И вот... И вот вторая половинка. Вот одна гроздь. Затянула она на 1952 грамма. Кило 900, почти 2 кило. Да, хороший вес. Это... Обалденная гроздочка. Поменьше. Ух. Так, ну и ягоды ж, вот смотрите, конечно. Отличная. Ну, не покажет точно тут разбег 5 грамм или шаг. Ух ты, осыпается. Так, вот небольшая 720 грамм гроздочка, но очень плотная, блин, сыпется капец. Ну и вот. А, вот это вот. Две, да? Нет, вот это. Ага, вот одна. Вот одна такая. Громаднючая. И вот. Почти 3 кило 300. Тоже прекрасная гроздочка. Правда. Это нам между собой похвастаться. Друг друга удивить. А на рынке, правда, вот такие вот огромные грозди берут не очень охотно, поэтому выращиваем такие. В общем, такие берут иногда на торжества, на день рождения, на свадьбы. А на каждый день покушать выбирают где-то примерно грамм по 400, по 700. Вот небольшие ягодки, это монарх. Вот такие вот берут гроздочки. Это самое оно на рынке. Или вот такая вот гроздь. Это тоже монарх, тоже самый ходовой размер и цвет. Но если бы еще монарху немножко муската, было бы вообще супер. Ну, а с таким антуражем хочу и с вами еще и попрощаться, что для красоты монарх. Кому понравилось видео, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. Всем пока!